Я, если возможно, только пользуясь случаем, хочу сказать, что вы, если заметили, я русскоязычная львовянка, я всю жизнь здесь живу, и мне очень, честно скажу, неприятно слышать, когда про нас говорят, что тут какие-то бандеровцы, экстремисты, нацисты. Ну, поверьте мне, я мама трех детей, я с огромным уважением отношусь к украинскому языку. Никто не ущемляет меня в моих правах говорить по-русски. На работе я говорю по-украински, безусловно, и не вижу в этом ничего плохого. Я хочу просто сказать, не бойтесь, не слушайте всякой ерунды. Здесь во Львове абсолютно спокойно. У нас очень добрые, отзывчивые люди, и все это полная ерунда об этом экстремизме. Здесь действительно люди хотят просто хорошо жить.